Налево, налево, направо, направо. Налево. Выровнялись. Погнали. Промазали. Подъедем поближе. Бам! За Саддама. Бам! Опять. Я и так Влад Савельев, просто, ну, типа, более адекватный. Так, ну, все еще выше. Блин, я убиваю каких-то невинных людей, мне представляется. ХП восстанавливается, что ли? Я не знаю, вообще не вижу, где ХП. Сколько дней будет гребаная РГГ? Забаньте этого чувака. Забаньте этого чувака, пожалуйста. Может уебывать, блять, на стрим, где нет РГГ, и не ебать мне мозг. Едем вперед. Одна эта игра еще неделю на две, блин. Когда? Ксюша, а можешь забрать эту малину? Она дерьмовая какая-то. Мистер Сапа, блин. Соси мою лапу. И за лупу лямзой. А, вон, да, ХП там под надписью. Как раз, которая мистеру Сапе адресована. Я вроде как видел что-то на радаре, но сейчас я уже в этом не уверен. Так, и еще, ребят, раз вы там переводите мануалы, управление, объясняете мне, как играть, ищете концовки, тогда какой-нибудь чувак пусть напишет музыку к этой игре, то есть вот, чтобы я ее ставил, треки где-то по 30-40 минут, можно однообразные, чтобы они лупились, где-то 5-6 треков на разные там острова, на разные машины, вот. Кстати, кроме шуток, ну это, естественно, шутка, мне не нужны никакие треки, есть ребята, которые умеют музыку хуячить. Мне нужно, чтобы вы, точнее, мне нужно, чтобы кто-нибудь переработал песню «Младший лейтенант» под мотив из «Терминатора». То есть, ну или как бы музыку похожий, типа мотив «Терминатора». Ну, вы поняли, короче, идею. Вот. Ну, а кто не понял, тот не понял. Вот если кто-нибудь мне скинет такой трек, то этот трек даже будет в одном из видео скоро. Спасибо. Я люблю тебя. Анатоль 007, спасибо за подписку. Да, если переведете игру на русский полностью, я тоже готов принять это в дар. И перенесете ее на Windows. То есть у вас будет где-то 2 дня на все это, но я буду очень доволен. То есть, если будет Windows-версия, там. Ну, а пока мы едем в гости к Заиду Серхану. Дальнобойщики 2, там по Мария саундтрек, я терпеть не могу. Отечественных говнарей, к сожалению. А почему у нас восстановилась усталость? Я же вроде спать не ложился. Тут еще есть надо. В каком меню еда и сон? Расскажите мне, пожалуйста, кто вот спец. Младший лейтенант. Тун-тун-тун-тун-тун. Ну, типа того, да. Так, мы въезжаем. Мы въезжаем в зону. Да, я так играю на 2К. Спасибо, Томат. Это ж полуостров. Ну, короче, мы как это, настоящий спецагент, сейчас поплывем.
Как настоящий спецагент, но у меня там будет... Короче, сколько у меня там будет? 2-3 выстрела, по-моему, у меня в обойме 5 патронов. Или... Нет. Теперь я снова на земле. А, надо нам топливо кончилось, наверное, просто. Слушайте, идем мы, по-моему, быстрее, чем едем. Да, Дерич, спасибо за подписку, братан. Дайте еще раз на... Зачем он посмотрелся в зеркало? Так, прямо вниз. Вниз и чуть левее. Пипец. Зачем он... Зачем вообще они этот экран нарисовали с зеркалом? РПГ как Муджахеда, нормально. Нормально. Да все в личные сообщения на Твиче. Сообщения на Твиче. Просто и доступно. Я, можете... быть уверенными, я отвечаю в них всем практически. Кто помогает, кто делает какой-то контент. Ну где он, блин? Где их база? Я готов к войне. Да, лицо там было довольно невеселое, надо признать. Стоп! Что-то желтое. Ой. Управляшка, не подведи, полис. Готов. Спасибо, сын Хасана, за подписку. Так, идем прямо на врага, но он куда-то уходит влево. Бам, готов. И последний. Справа был. Командир Серхан. Enemy units destroyed. Один ховеркрафт остался. Ну, мы видели этот ховеркрафт. Сам-то Серхан еще жив же. Договориться не получится, похоже на то. Я самого Серхана не нашел, походу. Я скатился. Блять. Игра, ну... Ну прекрати, ну... Ну где этот сраный Серхан-то, блин? Какой квиктайм? Или все уже? Да нет, похоже, все. Похоже, все. Скорпиона больше нет. Где брифинг и посмотреть? Старые еще вчера прошли.
Ой, блядь. М-ка? Мне дали М-ку? Или чё? You have not mapped out a road. F2 чё даёт? F2 мы спим. Только у меня голова отвалилась. Давайте поспим. Давайте до утра поспим. А похиляться можно? Нет. Ну ладно, без головы нормально. Не страшно. Донаты не работают. Огромная надпись под надписью «Вебка сломана». Ну как это можно не заметить? Ну, спасибо за попытку его задонатить, но... Увы, увы, парни. Донаты не работают. О чем гласит огромная надпись? Гигантская. Ну чё, ладно, Серхан, видимо, повержен. Так, пацаны, давайте, короче, нонсабы, ваш выход. Чё там, как, прям вот поэтапно, начиная от нажатия кнопок, объясните мне, как фастревельнуться в другой этот самый. Не, есть голова, всё нормально. Блин, кстати, чувак, может быть, донаты не работают именно из-за тебя, раз тебе их вернули, потому что, блять, этот отозванный платеж мне опять засрал все. Я даже могу, ну, имена этих ублюдков прочесть, ну да ладно. Серхан мертв, все, заявится. Так, понятно. Ну что, погнали, я не понял. Говорят, что Хавана тоже донат сломали. Ну, это легко делается, на самом деле. Достаточно кинуть платеж и отозвать его. Но я, типа, разбираюсь сейчас с PayPal'ами, надеюсь, что они поймут, что происходит. Да его, типа, многим вообще ютуберам, стримерам ломают таким образом. То есть, какой-нибудь мудак закидывает, отзывает и все. Достаточно просто отозвать платеж, либо написать в PayPal, что тебе, ну, типа, ты заплатил, а тебе не доставили. Типа, этот самый. То, что ты купил. И блочится. Но, на самом деле, на этих мудаков есть управа. Chicago Made Punk, спасибо за подписку. В принципе... Там всего пара скриншотов нужна, чтобы тебе не только деньги перевели, те, которые они пытаются отозвать, но и забанили этим пидором аккаунт. Но это надо сделать сразу там в течение часа после того, как тебе замашнили вот такую какашку. Куда пропали опять-то? Куда... Пропали скорпионы-то, блин. Чё за отстой? Раньше же было написано, куда идти. Раньше же было написано, куда идти, а теперь что-то не вижу. Ну, пойдем вперед. Вперед и направо, по-моему, куда-то туда. В правой стороне что-то было. Я уже не помню. Одного, помню, Тарас зовут, короче, уебана. Да забей. Пес бы с ними. Лучше бы с фаст-тревелом помогли.